вообще идет трансляция или нет? Ну что? Так, вроде все нормально. Я постараюсь чатик читать. Ну, по крайней мере, он у меня тут выведен. Так, нет, не сети. Так, новая игра. Oh, yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Так, что давайте. Такой зрелого происхождения. Ну что это влияет? А, начальные параметры, да? Вы ничто. Вам не следовало рождаться. Давайте, поиздеваемся. Пусть будет посложнее немножко. Начало. Так. Так, Феникса назовем. Ну, в принципе, внешний вид вообще насрать. Мы все равно будем бегать в каком-нибудь сете. Давно я Владик играл, больше чем год назад. И DLC я так и не прошел, кстати. По какой-то причине его забросил. Что будет прохождение вместе с DLC. О. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad. Дурным сном, дурным сном. Капельница. Проснись и пой, мистер Фриман. Проснись и пой. Так и хочет это сказать. Какие милашки. Ah, you found yourself a hunter. Доброе утро. Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть. Так. В принципе, управление-то я помню. Вроде как. По-моему, да, рассказывается об управлении. Ну, это я помню, ладно.
Че, попробуем волка убить? Ай. Ни разу не убивал. Ладно, не хочу, не хочу. Встань. Что у нас какое-то лицо? Как будто негр. А где нам оружие дают? Я вообще не помню. Подожди, раньше я умирал всегда практически. Они что, за мной идут, что ли? Ребят, не надо. А, во, фонарь. Тихо. Зашиваться на ходника, да. Тихо. Одеяние ворона Эллин, великой охотницы. Слишком быстро загрузка пришла. Ох, луна. Какой вид. Кукла лежит. Крошенная кукла. А, насколько мне известно, там то ли босса надо убить, то ли что. Посланники предлагают... Так, такое оружие, значит, прям... Я уже решил. Трость кость. Трость хлыст. Пистолет и мушкетрон. Давайте пистолет. Как тут? А. Так, она модифицируется вроде. Опа, ага. Вот так вот на хлыст. Или трость. Окей. Aha. You welcome to the I am. You're sure to be in a fine haze about. Just go out and kill a few, you know. Погнали, ладно, хорошо. Палата на первом уровне, центральный ярдан, по-моему, центральный, да? Чух.
Теперь долгая загрузка. Ой, я не нажал кнопку. Подожди, по-моему, так же. Вот это меня. Пойдем этого пупсика побьем. Может плохо закончится. Надо было еще раз пистолетом в него фигачить. Блин. В начальных этапах игры, конечно, они проблемные. Опять всю эту толпу несете. Да ладно. Нет. Ты сволочь. А, здесь. Я оружие убрал, ничего. Вупси не вупси, что такой жесткий. Даже не помню, здесь что-то было или не было. Пока что-то ничего нет. Ладно.
you that out. Well, sorry, but I'll trot along, Will. Так, коктейли, кстати, как их поставить? Вон. Быстрые предметы, это, по-моему, на квадратик. Чё узнаем? Ну-ка. Блин, мне показалось, что он за мной бежит, он просто зацепился. Там. На начальных этапах она позволяет толпу контролить. У нас уже пузырьков 13, ну более-менее. Так, что, поищем ништяки здесь? По-моему, вот я вижу, что там что-то лежит. Тут где-то огнемет давали, еще может, музыкальную шкатулку, но это... Даже уже и не помню где. А, тут же еще большой чудик. Ну-ка. Тихо. Попробуем к нему тихо подобраться. Ну,
конечно, подобрался к нему тихо. О, факел дали. Шура. Факел это уже. А тут вороны будут, а потом собаки. Сосуд с маслом. Слышите, это ж сначала кидаешь сосуд с маслом, а потом кидаешь это, поджигаешь эту цель, там еще урон. Вообще ништяковский должен наноситься. Здесь проход, по-моему. Да, вот здесь. Можно спуститься, сократить вроде как. Но мы делать этого не будем, конечно. Не здесь масло. Не помню. Не помню. Где-то там дают тебе. Ну там что-то надо сделать, я уж. Ни хрена не помню. С них камешки? Да. А еще я помню, где-то сад здесь есть. Там нужно в какую-то дырку свалиться. Ну сейчас найдем, сейчас найдем. Просто будем внимательно все изучать. Да, я помню, помню. Толпа. Наверное, лучше даже хлыст видел. Открывается, да? А, вот здесь вот девочка, да-да-да, вот здесь она. Но она закрыта, надо с другой стороны как-то пройти. Все, вспомнил. Церковное чудовище здесь на мосту. Не, ну у меня 20 кров... Все, у меня уже 20 пузырьков, это хорошо. Пойдем на Басяндра. А, там еще до Басяндра два волка. А, они проблемными могут быть. По одному очень сложно загреть. Может даже лучше за сетом охотника сходить. Там такой сет. Все-таки мы за бомжа играем, четвертый левел. Я сгоняю. По-моему, сет где-то здесь внизу. Может, сокращение откроем? Тут же и сокращения открываются. Наверняка есть более быстрый способ. Так, подожди, это выход на улицу, где мы шли. Где-то здесь спуск. А, вот. Так. Воу. О, вот тут эти. А, мы сейчас канализацию. И канализации, да-да-да-да-да-да. Я вспомнил. Блин, эти чеблики опасные.
Chile aqui. Еще, братан. Там здорово. Он выжил? Так, хорошо. О. Блин, это заманчивое предложение. Очень заманчивое предложение. Спуститься именно здесь. Только бы не промазать. Моли-моли. Чё, братан? Сет будет, да? Хочу сет, хочу сет. Оу, все одеваем. И сразу статов. Кайф. Живем. Ну, этот сет практически он там до конца игры, с исключением парочки моментов. По-моему, один из самых сбалансированных сетов в игре. Давай, давай. На тебя. Получите, распишитесь. О, блин. Это уже опасно. Но, блин, это не очень хорошо. Это было опасно. Я помню, что здесь есть этот... где-то здесь знание безумца и прочая дичь. Пока не вижу ничего. Или не в этих стоках. Не помню. Давайте вверх да посмотрим, потому что мы очень поверхностно исследовали. Так. Мы ж заметили ништячок и такой... О, давайте спустимся. Ту-дун. Так, отсюда мы начинали, да? Так, мы все по этой стороне пришли. Ага. Вообще ничего не запрятали, получается. И досок нет таких.
здесь ничего нет. Зря только время потеряли по итогам. Ладно. Будет урок. Ну да, здесь только вот этот спуск был и все. Самый адекватный. Так, я надеюсь, попал. Ладно, нормально. Так. Получается, здесь тупо тупик. Здесь где-то спуск должен быть. Блин. Только не упасть бы мимо. Ух. Так. Нормально. Мы застряли немножко. Окей. Что он такая жирная? Привет. Еще один. Он здесь что ли был? Он походу здесь был, не знаю. Ничего нет, ничего нет. Так. Есть какой-то подъем? Девочки. Давайте поднимемся, откроем шорткат. Вроде здесь шорткат. Надеюсь, я не ошибаюсь. Здесь что-то херня еще. Ты куда путь? Не помню. Тут еще что-то сверху есть. А, давайте низ изучим тогда. Или шорткат. Это шорткат. Какие-то вороны, я вообще это место не помню. Боже мой. Кар-кар. А, вот, знание безумца как раз. Даже если у меня одна будет, я уже могу пойти левелы покачать. Вообще изи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо.
Пупсик. Пупсик, пупсик. Ладно, так, давайте шкатулку заодно возьмем. Тут же она. I don't know your voice. Are you a hand from previous ruler that he never came back? I'm all alone. Really? My mum was a red, it's so big, and oh, I must, if you find my mum, it plays when I'm dead, and when daddy forgets us, we play it for him. Mum's so silly when I'm off. Жалко эту семью. Вот наш шорткатик, да-да-да. Вот оно самое. Так. Ну все, здесь кроме этого шортката, по сути, ничего нет. Ладно, обратно, обратно в стоки. Так, и... Я чуть не упал. Было бы очень неприятно. Теперь здесь. Что здесь? Вот я вообще это место не помню. Куча дощечек. Вот туда можно прыгнуть. Это куда еще? Вообще ничего нет. Сверху есть крысики. Блин, я так и знал, что это сейчас делать крысики. Видишь? Так. Вот. Вот здесь воззвание безумца. Отлично. Где-то я еще лестницу видел. О. А сверху кто ходит, интересно? Ага, привет. Здравствуйте. За пупсень пупсень ко мне бежит. Ты чё, ты чё, ты от меня хочешь? Чё ты от меня хочешь? Пошёл нахрен. Вниз упал. Пенсия. Надо будет прибежать. Короче, какая-то женщина, которая... По-моему, здесь была. Тут женщина была, которая давала нам кинжалы. Но не сразу, там какой-то квест надо было выполнить или что-то такое. По-моему, это здесь. Сейчас я найду. Гарст этих шортката прям. О! Наш друг идет. Да хрена! Что с дальностью твоей атаки? Тут еще по балкам секреты есть. Ща. Где-то здесь. Здесь можно прыгнуть на балку и
залутать что-то. Давайте залутаем. Как минимум в одном месте такое было. Хочу спуститься вниз. Но через балку. Вон там два трупа валяются. О! О-о-о-о-о. А тут еще ворон. Как они противно. Так, здесь нам не надо прыгать. Да. Вот здесь надо прыгнуть вниз. Да, вот оно место. Так, тихонько. Оп. Отлично. О, осколок кровавика. Насадилась. По-моему, если я сейчас поднимусь, там как раз будет шорткат. Центральный ярнам. Ах ты сволочь. Вон там пупсель. Пупсель. Можем пойти, по идее, у нас и на загрейд пушки должно хватить. Она где-то здесь. Это женщина. А это, кстати. Вот к этим крысикам зачем? Тут есть еще какие-то два этих, да? Можно спуститься здесь, и там еще что-то будет лежать. Так, ну здесь вроде ничего нет больше. На первом этаже, да, на втором. А, вон еще один пупсень-вупсень. Пупсень-вупсень. Ну давай, давай, выстрели. Сверху, а как туда попасть? А, здесь окно, вспомнил, все. Вот он здесь охранял, а это шорткат туда. Может, откроем? Давайте шорткат откроем, потом найдем. Здесь тетенька просит безопасное место, но мы сейчас не знаем никакого безопасного места, так что не можем ей помочь. Вообще поднимаемся. Вроде шортката. Может, я ошибся? Это еще что такое? А,
Здесь сверху церковное чудовище. Там два пупсика таких с камнями. Так, едкая кровь. А здесь что такое? Когда началось? А, херня. Ну нет, мы открыли шорткат вот здесь все-таки. Нет, я прав. Ладно. Че, пройдем по низу? С них, по-моему, баночки хорошо сыпятся. Неизвестно. Конечно, такой. А, один ушел. Зачем? Офигеть. Можно не забираться туда. Ну ладно, минус один. Ну все, сейчас с тобой мы справимся. Домой. Мясо, кровь, кишки. Тут еще кто-то есть? Ну, голос. Так, здесь лифт. По-моему, нужно снизу открывать. Да, он закрытый. Закрытый. Так, ладно, давайте вернемся к Эйрин. Мы могли подняться наверх и попасть в босса, да, церковное чудовище. И заодно тех двух волков больших обойти. Ладно, потом так и сделаем. Хватит уж со мной разговаривать. Ой. Я чуть не свалился. Он упал, он крысиком упал. Понятно. Придется еще в канализацию спускаться. А, нет, рип. Нет, я жив. Они там снизу, да? О, пилоштык. Я вижу вас, крысики. Блин, сейчас опять все подниматься заново. Ладно, нам еще раз надо будет сюда спуститься, упасть. Ну, давайте спустимся.
нас все убиты, так что проблем никаких не должно быть. Можем и во вторую часть, в правую, да? А нет. В левую. Нам будет сюда. Можем и здесь сигануть. Чтобы уж до конца все прочистить.